аргентинских пампасах, где жили гаучо, пастухи, которые гоняли огромные стада коров, там нету леса вообще, а мебель надо было с чего-то делать. И вот один из примеров безотходного производства. Кроме того, что коровы давали молоко, мясо и шкуру для одежды, еще с костей коров делали вот такую уникальную мебель походную. Здесь в этом стульчике использовано несколько костей коровы, которые оставались после ее разделки и потом каким-то образом обрабатывались, приобретая вот такой блестящий вид. И все это связывалось с тоненькими шнурочками, вырезанными из кожи коров. И получается вот такая довольно необычная мебель, которую мы в наших сказках обычно видели дома у Кощея Бессмертного или Бабы Яги. Но здесь это абсолютно обыденная повседневная вещь.